Я хотел бы представить с большим удовольствием господина Дмитрия Фирташа. Я хотел бы отметить, что, безусловно, он является председателем Федерации. Он, кстати говоря, также является человеком, который также отвечает за осуществление этого процесса. И, кстати говоря, именно он своим видением и своей энергией заложил важную основу. Мы хотели бы выразить благодарность вам, и мы хотели бы выслушать ваше выступление. Благодарю вас. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Сегодня поистине, наверное, исторический день для украинцев и, наверное, для всей Европы, потому что мы сегодня будем обсуждать самое главное. Это чтобы в Украине был мир, чтобы в Украине была сильная экономика. Мы слышали, как вчера президент Украины сказал, что независимость мы получили, но мы ее не получили полностью. Не получили по той причине, что мы не сделали те реформы, которые должны были сделать. И мы знаем, что это надо делать. Поэтому я бы хотел сегодня в большей степени представить нашу программу. Я бы хотел сказать спасибо моим коллегам с Федерации работодателей. Я бы хотел отдельное большое спасибо сказать председателю и Федерации работодателей, и Федерации профсоюзов Украины, потому что действительно мы взяли на себя непростую ношу. Она, к сожалению, не очень благодарная, потому что, ну, к сожалению, сегодня такое время, что приходится брать это на себя и делать эту работу. И поэтому отдельное огромное спасибо я хотел бы сказать нашим коллегам, это политическим лидерам, это большое спасибо сказать нашим экспертам, которые будут участвовать в этой программе, потому что это очень важно, и вы видите людей, которые сегодня сидят на сцене, и я верю в то, что эти люди, имея опыт, имея те возможности, которые они имеют, и знания те, которые у них есть, они реально могут помочь сделать то, что мы собираемся сделать внутри Украины. И верю в то, что у них есть вдохновление, я это чувствую, и поэтому вам большое отдельное спасибо. Я не буду подаваться очень сильно в историю и, скажем, подведение итогов, где находится сегодня Украина. Вы хорошо знаете, что сегодня происходит в Украине, вы хорошо знаете нашу ситуацию, какая в Украине происходит. К сожалению, сегодня очень много наших политиков внутри Украины обсуждают, и они стали, к сожалению, статистами. Они не говорят, куда Украина должна идти, они не говорят, какая должна быть Украина, они говорят только то, что случилось. К сожалению, мы, каждый из вас, знаем ту ситуацию, что у каждого у нас. И нам рассказывать про это не надо. Мы и сами хорошо знаем, как мы живем, хуже, лучше. Поэтому, но я хочу сказать, что мы точно должны взять для себя какой-то маяк и пойти двигаться в эту сторону. То есть, грубо говоря, мы должны поставить себе планку и сказать, где Украина должна быть через 25 лет. И это самый важный вопрос, потому что мы видим пример Польши, мы видим пример Восточной Германии, а сегодня Германии, практически 89-й год, 90-й год. Могу сказать, что мы были в одинаковой позиции с Польшей, но благодаря тому, что поляки взяли на себя ответственную работу, и они принимали те решения, которые были необходимы, мы видим сегодня результат Польши. И я очень понравился вчера ваш тост, когда вы сказали, что у Польши было два варианта. Или чудо, или мы это будем делать сами. И я считаю, что этот лозунг тоже мы должны взять для себя и сказать украинцам, давайте разберемся, мы ждем чуда или мы делаем это сами. Поэтому мне кажется сегодня, что нам лучше, наверное, пойти по второму варианту. Чудо – это хорошо, но, к сожалению, нам надо делать то, что… Понятно, что по этой дороге мы не знаем до конца всех препятствий, всех проблем, которые нас будут ждать. Но я точно уверен, у украинцев есть такая поговорка – глаза боятся, руки делают. Понимаете? Поэтому мне кажется, если мы дружно все возьмемся за эту работу, и мы ее будем делать, мы ее сделаем. Но сейчас я бы хотел сказать больше все же, потому что моя задача презентовать агенцию модернизации Украины. Да? То есть, что мы ждем от этой агенции, чего мы хотим. И я бы хотел сказать, что наша главная задача предложить агенции, мы как Федерация работодателей, как профсоюзу, ждем от агенции конкретных решений, конкретной программы, которая могла бы дать те реконструкции, которые нам необходимы. Нам с вами необходим, по сути,
полный мастер-план Украины. От начала до конца. Это должна быть большая масштабная программа, которую мы должны с вами сделать. Почему? Потому что у нас будут стоять вопросы, начиная от конституционной реформы, кончая экономической и налоговой. Это важные и важные вопросы. Почему я начинаю с конституционной реформы? Потому что здесь, в этом процессе, мы не можем поменять ничего. То есть, если мы не будем смотреть изначально, где у нас была основа заложенной проблемы, мы не можем тогда решить эту задачу. Почему? Мы видели хорошо, как Украина двигалась за эти 23 года в конституционной реформе. И мы видели, что происходило. Мы были президентской республикой, мы стали парламентско-президентской республикой, мы опять вернулись в президентскую республику, мы теперь снова парламентско-президентская республика. И мы видим, независимо от того, какая мы страна, в каком мы составе, у нас есть проблемы, да, потому что если посмотреть раньше, мы были парламентско-президентской республикой. Всегда был заложенный конфликт между премьером и президентом. И независимо от того, какая была фамилия в прошлый раз или сегодня, это говорит о том, что нечетко разделены полномочия власти. Не каждый знает, что он должен делать. И иногда, к сожалению, власть перебирает ту или другую возможность на себя. А это не работает хорошо. Второе, что я считаю, нам очень важно обсудить ситуацию и принять в этой агенции, должна принять решение и разработать ту удачную модель, которую я не знаю, какая она должна быть. Я не пытаюсь сейчас говорить, потому что я не специалист в этом деле, но я точно знаю, что нам необходимо разработать модель, которая бы дала достаточно большие полномочия регионам. Не просто слово децентрализация. Децентрализация – это важное слово, да? Но под ним должна быть какая-то основа и задача. Мне кажется, что нам, регионам, дать большие полномочия. И пускай это будет, может быть, модель польская, может, пускай это будет модель Германии или Австрии, да? Мы не знаем, какая это модель, но я бы очень хотел, чтобы агентство по модернизации Украины усиленно обратило на это внимание. Потому что, мне кажется, это очень важная задача. Второе, что бы я хотел попросить агенцию. Очень важно, когда мы будем делать реформы экономические. Мы должны обратить внимание на экономическую часть. Мы должны основы обратить на налоги. Потому что мы должны, как Украина, понимать, любой инвестор, который украинский или европейский, или любой другой, он должен понимать, почему Украина. Почему он должен идти в Украину. Что он получит за это. Какое место Украины и зачем Украина должна там быть. Поэтому, мне кажется, это будет вторая часть, которая необходима. Но при этом надо не забывать самые главные позиции. У нас вчера было совещание Федерации работодателей и профсоюзов. Мы провели утром в 11 часов. И у нас было много дискуссий, какая все же должна наша позиция. И были много выступлений. Так я вот точно могу сказать, мы не можем говорить, что сильная сторона Украины – это дешевый труд. Это абсолютно неправильно была бы стратегия, если мы бы поставили задачу на то, чтобы Украина имела, и вся агенция работала на том, что в Украине будет дешевый труд. Этого не должно быть. Агенция должна ставить другие задачи. Я считаю, что эти задачи должны быть, что надо сделать, как надо сделать. Потому что Украина имеет достаточно хорошие ресурсы, достаточно хорошие возможности, хорошо образованное население. И поэтому, мне кажется, это достаточно важно, вот на что мы должны сделать акцент. И на налоговую, и на все остальное. Вот это то, что должно привлечь инвесторов, и ради чего должно это произойти. И я думаю, что сегодня очень важно для нас всех понять, что программа будет отработана за 200 дней. Что это будет говорить? Это говорит о том, что мы должны вместе с вами, начиная от Агенции модернизации Украины, от европейских экспертов и обязательно украинские эксперты, это институты, это академики, это Федерация работодателей, это Федерация профсоюзов. Мы должны быть как одно целое. Мы должны показать вот это объединение Европы и Украины. Мы должны показать, что мы одни и больше никого нету. Да? Что это действительно, потому что когда мы говорим, Украина в Европе или Украина не в Европе, Украина была, есть и будет в Европе. И каждый раз мы подтверждаем это. И мы видим с вами, какой ценой Украина сегодня подтверждала свою позицию ради того, чтобы она стала в Европе. И я действительно считаю, что сегодня это важно. И мне кажется, что вот за эти 200 дней мы должны сделать эту программу, отстроить ее абсолютно четко и поставить. Но при этом мы должны параллельно понимать, что Украине
особенно в финансовой части, в банковской системе, в бизнесе не хватает ресурса, денег. То есть, по сути, в системе нету крови. Нам надо закачать туда кровь. И параллельно мы, создавая реформы, должны создавать инвестиционный фонд специально под Украину, который, на мой взгляд, он должен быть не меньше 300 миллиардов. Это да, с одной стороны, это большая цифра, и она может очень плохо звучит. Но это действительно так, потому что Украина – это большое государство. И если мы хотим действительно сделать огромный правильный мастер-план, то мы с вами должны понимать, что нужны большие деньги. И нужны длительные, это не будет за один день, но это надо делать. И мы обязаны эту работу с вами делать. И разрабатывая этот план, и привлекая эти деньги, мы должны параллельно сегодня эти 200 дней работать с инвесторами и будущими инвесторами, которые будут и европейские, и украинские, чтобы они тоже подключались в эту программу, чтобы они понимали, про что идет речь, чтобы эта программа не была оторвана от бизнеса, чтобы бизнес чувствовал и имел в этом прямой интерес. И он заранее уже готовился к тому, какие условия он получит в Украине. При этом было бы очень важно, чтобы агентство модернизации Украины и обратило внимание на то, что надо будет не забывать бюджетную сферу. Потому что для нас очень важно в этой ситуации понимать, что у нас огромный дефицит бюджета. У нас есть достаточно много проблем. И мне кажется, на сегодня надо будет тоже учитывать ситуацию, что будут разрывы. И людям надо жить. Программа через 25 лет – это хорошо, но мы эту программу должны делать каждый день, в течение 25 лет. Это не говорит о том, что мы через 25 лет начнем хорошо жить. Мы должны эту программу делать сегодня, завтра, послезавтра, месяц, год, 2, 3, 5, 10. И каждый день украинцы должны чувствовать, что изо дня в день им становится жизнь лучше. Вот это, мне кажется, самый важный вопрос, который мы должны были бы делать. Я хочу сказать, что сегодня очень важно, те круглые столы, которые были проведены в Вене раньше, я хочу сказать большое отдельное спасибо немецко-украинскому обществу, потому что были проведены достаточно много круглых столов, и были очень серьезные принятые решения на них, и были хорошие протоколы, я не буду в них подаваться, вы их можете почитать и понять, но я думаю, что это был один из основных успехов, или, скажем, заложено того, что сегодня происходит, что идет происхождение по поводу мира. И я бы хотел сказать, что это говорит о том, что мы можем это делать. И это говорит о том, что нам надо продолжать дальше это делать. И мне кажется, сегодня, стоя здесь на трибуне, я могу сказать, не при всех сложных отношениях, при том, что сегодня Украина чувствует очень болезненную ситуацию своего соседа России, да, много непониманий, много недоразумения, что делать. Но я все равно считаю, что Украина должна стать в первую очередь не плацдармом, а мостом между Европой и между Россией и Азией. И это наша сильная позиция. И это будет сильная позиция Европы. И мы, наверное, единственные те бизнес, которые должны убрать все эти шероховатости, которые есть, и практически сделать единый рынок. Потому что мы здесь все сидящие, особенно бизнес, хорошо понимаем, о чем мы говорим. Нам нужен единый большой рынок. Мы не должны стоять на шпагате в одну сторону или в другую сторону. У нас должна быть наша украинская позиция, наше украинское видение, которое даст силу и европейцам, и России, и в первую очередь Украине. Поэтому, на мой взгляд, неважно, как мы это будем называть, это будет от Лиссабона до Дальнего Востока или от Дальнего Востока до Лиссабона, важно, что мы можем построить этот рынок. Спасибо вам.